В поселке Искателей совершено убийство на почве конфликта интересов. По информации правоохранительных органов, девушка убила родного отца. В настоящее время проводится следственное мероприятие. По факту обнаружения в поселке Искателей трупа гражданина с множественными телесными повреждениями в виде колото-резанных ран в области грудной клетки. В ходе расследования установлено, что к смерти причастна его дочь. Установлено, что утром 8 декабря между потерпевшим и дочерью возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого она нанесла ему 4 колото-резанных рана в области груди, от которых он и скончался на месте происшествия.